جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Если бы нас, здесь уже нас идет я лейтана, значит на окончание это нас, да? Там же я лейтани был, если бы я, а здесь я лейтана, значит, если бы нас вернули обратно. Куда обратно? В этот мир, да? Мы же уже умерли. Если бы нас вернули обратно, мы не считали бы ложью знамения нашего Господа. Ведь они тоже говорят, что нашего Господа уже. После смерти они знают, да, что нашего Господа, биаяти Роббина, да, мы не считали бы ложью знамения нашего Господа и стали бы верующими, и стали бы верующими. Ванакуна минал муминин. Кана якуну накуна, да, ванакуна минал муминин, и мы стали бы верующими. Это тоже говорят, кто неверующий. Значит, из этих аят какие урок можно извлекать? Да, они уже умерли, но Аллах Субхану ва Тааля, почему их слова сказал нам? Какой урок? Чтобы мы стремились делать то, что они не делали. Да? То, что они уже не делали, они уже умерли, все. Аллах Субхану ва Тааля таким образом предостерегает нас, чтобы мы постарались делать то, что они потеряли, не делали. Они все больше не могут делать этого. И здесь хочу сказать слова Умара, радиаллаху анху. Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу. Рассчитайте себя сами, пока вас не рассчитали. Мы должны, пока мы живы, должны что? Рассчитать себя, пока нас не рассчитали в судный день. И второй урок из этих хадис, из этих аятов, какие еще урок можно извлекать? Это вспоминание смерти. Да? Мы же говорим, что они умерли, и они после смерти вот эти слова сказали. Значит, другой может извлекать урок, что вспоминание смерти. Надо что? Думать о смерти. Есть в Коране аят, который все люди в этом верят, независимо, что они христиане, иудеи, атеисты, многобожники, кто бы ни был, они уверены в этот аят. Есть такой аят. Все верят. Этот аят звучит так. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت. الله سبحانه وتعالى сказал: каждая душа вкусит смерть. Вот в этом аят все верят. Кто отрицает? А если отрицает, то нет. Многобожник отрицает, однопоклонник отрицает. Христиане увидели, все в этом мают веру, что «куллю нафсин заикатуль маут» – каждая душа кусит смерть. Сура Аль-Имран, 185 аят. И поэтому, дорогие братья и сестры, надо чаще думать, вспоминать о смерти. Потому что один ученый тоже сказал, что когда человек вспоминает о смерти, он что? Становится богобоязненным. С таким путем можно, значит, увеличить свою акла богобоязненность. И хадис пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тоже есть, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: чаще вспоминайте разрушительницу удовольствия. Это
Знаете, что это разрушитель? Это смерть. Хадис книга Тирмизи. Но представьте, завтра с утра проснулись, два раката намаз читали, и перед вами появился Малякульмаут, да, тангел, который забирает душу, и сказал: до вечера твой срок, значит, до ночи, да, после ночной намаза я еще раз приду к тебе и забираю у тебя душу. Вот в этот день, как мы провели этот день? Как провели? Улыбались, когда мы? Или спали, или кушали? Что бы делали в этот день? Представьте. Да, вот этот день, да, с утра до вечера были насажены на земле, как он, да? Или представьте, тоже, да, каждый представьте, значит, ночью после ночной намаз читали, и к вам появились Малякуль Маут, или Ангел Смерти, да, и сказали, что до утренней намаз твой срок. Вы в эту ночь что делали? Будильник поставили, на, чтобы 2 часа ночи вставать, тахаджу читать? Нет, не спали даже. Да? Не спали. Эту ночь как провели? Тоже суджуд, да? Чтобы, мы же знаем, что самый, значит, хороший момент при смерти – это когда человек во время саджда умирает, да? Мы же знаем, что вот у нас остался срок, да, до ночной намаза или до утренней. Поэтому свой вот этот Бог мы брали от земли поклонения. Пусть это аяты, это хадис, который мы сказали, чтобы они были полезны для нас, для нашего общества, чтобы мы передали другим, да, и пусть Аллах Субхану Аллах сделал нас из числа, те, которые потом не сказали, о, если бы я вернулся в эту жизнь, да? На этом заканчиваем. Джазакум Махар, чтобы слушали. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى صراط المستقيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وبارك لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وبارك لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات منبر البركات وقاضي الحاجات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.